Я проинформировал главу государства о наших практических мероприятиях и о подготовке к заседаниям уставных органов. В том числе и к основному, значит, это Совет коллективной безопасности. Он спланирован на 2 декабря в городе Москве. Сейчас разработана повестка этого саммита, достаточно насыщенная. Значит, мы сейчас работаем над согласованием этой повестки дня. Очень надеемся, что удастся провести Совет коллективной безопасности в очном формате. Это было бы, конечно, очень правильно, тем более учитывая ту непростую ситуацию, в которой мы подходим к этому саммиту. Есть о чем, значит, переговорить с президентом, есть что обсуждать, есть, значит, какие решения нужно принимать по этой ситуации.